Друзья, всем привет! С вами Константин, и вы на канале Бостон Техник. Сегодня к вашему вниманию представляем сейлочку ТМС 8-рядковую 2009 года выпуска, точного высева. Пропашная сейлочка. Давайте рассмотрим ее состояние. Сейлка несколько лет не используется, но состояние очень-очень хорошее. Баки целые, высевающие элементы целые, маркеры на месте. Нужно будет сделать маленькое ТО перед работой. Ну, сейлочка полнокомплектная, без особых вложений. Баки под удобрение целые. Сумопроводы целые. Прикатывающие колеса. Некоторые требуют внимания. А в остальном очень даже ничего. Карданчик с нее. Рама целая, без сварочки. Если кому-то нужно, приезжайте на осмотр. Всем хорошего дня и пока.